Смок тундра. А куда они пойдут в этом смоке? Лес там на варде, по-моему, Марс бегает. О, поймали Миди Малика. Вот корабль его возвращают. Там же был Айспас как помощь от Пилана. И Малик-то живет. Там же была арена и копье по Кунке. Но он слишком толстый. Там же и Снейкинг был, да. Просто снесло Макброгу все лицо. Пилана тоже забирает Найн. Даблкил и Эво. Эво увернулся от аваланча, ничего себе. Но тут 5 героев оппонента, поэтому ему не спасти. К сожалению, Пэ прибежал. Рапчер все-таки есть в тиме. Но он его не убьет. Да, вот сам Лил Плэб катали на торренте и тоже, наверное, доправили минус 3. Поэтому все тундра к этому были готовы. Вот этот вард прекрасный, который еще сломали деревья. Так что тут просто феноменальный вижен дает на почти что весь центр карты. Тундра этому факту довольны. Вот Снейкинга поймали в арену. Тут уже его должны обезмолвить. Но и так вот довольно легко на своем варде завали килл. Команда The Boosters, ну опять-таки на саппорте, поэтому особо радоваться нечему The Boosters. Да, это минимальным дает, тем более как люди никак не сокращают преимущество. Вот у нас, кстати, вот сейчас проблема у Зевса, опять же тоже саппорт, не ставит еще и дабл дэмэдж, он БКБ в скором времени себе купит. Таким героем в 2000 хп и достаточно количеством рома справится непростая задача. У нас тут это время Малик, как мы видим, гоняет за героями. Марс неплохо пригвозил Дахака, Дахака пытается спасти, Дахак еще получает их здесь на крест и улетает на телепорте, великолепно сыграно. Зевсу дает ультимейт, находит у нас уже Дахака на базе. Правда, сюда перетягивается Кунка. Здесь же бегает, как видим, еще и лайфстиллер в инквесте. Должен будет сейчас вылезать, сражаться дальше. Кунка в это время получает копье от Марса. Его пригвозили. Маликом здесь пытается справиться лайфстиллер. Справляется. Кунка, как видим, здесь живет. Дазл постоянно подхиливает. Там еще и игре в скором времени откатится. Икс-марк по Мутфрогу. Найн переиграет армлетом. И, похоже, Мутфрог сам здесь от этого Кунки погибнет. Еще один трипл килл за эту карту. Также и дабл килл. Да, Джакира и все. Все остальные как бы у нас... и так как бы денег не особо много у The Boosters, так что байбеков там тоже не так, чтобы у них в наличии имеется. Ладненько, разбили смог The Boosters. Что мы будем делать с этим смоком? А вот Трансер. И как мы видим, неплохой момент атаки получился. Забрали Дазла, который постоянно сейвил своих тиммейтов. Тут же Найн сейчас находится под бафом своего корабля. Сражается с Бладсикером. Там уже три героя команды Дебустер справляются, как мы видим, в таверну. Остается только Юфлеп, который под ускорением все-таки уходит. Там уже в это время у нас Малик справляется с остатками игроков команды Тундра, но не до... Сейчас коллектив The Boosters как-нибудь там с фланга зайти в формирование Тундры, но Тундры особо не подставляются, хотя вот Найна приспали его, хотя там все-таки есть еще какой-нибудь сон. Арена неплохая по всей команде, там же была пасы Макропира, саппорты сгорели, не успел нас чего не ждать, да, тот параллельно уже сгрыз скитер Марса, там еще Найну наваривает пока что с руки, и погибает Найн дом своего корабля, но уже и сами герои команды The Boosters заканчиваются. Хотя там айфпас есть скитера, тиммейт Элдера идет в молоко, прекрасный был от Сакс и Форстаф, и уже сам скитер готов героев гнать. Там же был дизарм прекрасный у скитера на Элдера. Он так таки дизарм прошел. Малик едва-едва не скинул, забирает Дахака. Очень много у него урона, но, увы, он недолговечен. В общем-то, и жизнь просто самого Элдера. Там же был байбек от Дахака. Он же своей команды готовы, они воевать. Весело сейчас будет Малику, потому что БКБ у него как бы нет. Только вот агонимный эффект, но... Пока ну, насколько вернется. Его хватит, вопрос, да? Да, в этом-то и проблема. Так, Тундра, увидели Зевса, ворвались в него, выбросили в ниже команде. Там же был неплохой айспас и макропира туда же, но пока на нее плевать. Сакси его там в блимере пока сейвят, и он должен отсюда уйти. А вот уйдет ли Ива, его там Тайдл Вейд, он немножко поближе подтянул. Найн, там же была Эксмарка, но у Флэба есть БКП, и он от Эксмарки убежит. А уже на хайграунде там бегает Сакс, очередной блимер из него врывается, его по троим было арена. Там просто зашел в ряды оппонента воевать. Против саппорта убивает по итогу Пила, там же был еще и через такого и по Марсу, его прикончат, там еще и упал Лил Плэб, минус 4. При этом никого сами Тундра не потеряли, более того, никто и не просил по хп здесь. Такое ощущение, что нас здесь ждет сейчас на
в этой карте. Ну, потому как это мега-крипы, ребята из команды Тундра просто развлекаются на вражеском хайграунде. За 29 минут они уже заработали 31 тысячу золота. И это еще не предел на этой карте. Там сейчас у нас Малик погибает. Это даблкил для скитера. Тут еще Сикер сражается против Хунки. Но Хунка сейчас будет возвращать Сикера. Тинни помогает вместе со своим властелером тиммейту. И в итоге у нас все-таки ГГ Малик в чате пишет. И пишет еще это дополнительно ко всему Well Played. Ну что, Тундра действительно неплохо сыграли. Скитер здесь...